Ребят, как быстро проверить аккумулятор от гироскутера? Вот смотрите, полностью заряжен был, все четко, прибор показывает, что нормальный. Только подал нагрузку 2,4 ампера, вот такие лампочки. Ставим 36 вольт и 40 ватт, все, даем именно такую нагрузку. Хороший аккумулятор должен проработать минимум 30 минут. А вот видите, плохой аккумулятор, сразу видно, что он плохой. Вот, и 5 минут не прошло, все, 35 вольт. Сейчас БМС-ка отключит весь аккумулятор. Вот, принесли очередной гироскутер. Вот такой. Спрашивают, в чем проблема? Может, зарядка, может быть, аккумулятор. Не могут разобраться. К мастерам носили, говорили, что аккумулятор хороший. Они проверяли просто обычным электронным прибором, нагрузкой 1,5 ампер. Вот. Но это для него очень мало. Надо больше давать нагрузку. Вот. Ну, наверное, не профессионалы. Вот сейчас выключится БМС. Кстати, можно посмотреть будет, как она вырубается. Вот такое напряжение. Так что... прежде... кстати, этому... товарищу, кто попросил посмотреть гироскутер, он купил себе новый аккумулятор, новый, совсем новый, с магазина, за 3000 рублей. И тоже такая же история. Тоже не держит. Мы его отправили обратно. Так что вот так. Прежде чем купить гироскутер бэушный, вы просто спросите у людей на тест аккумулятор, чтобы его проверить. Повторяюсь, лампочки стоят копейки, 100 рублей и патроны. Подключили, ничего сложного. Две лампочки параллельно подключаем. И все. Вот, две параллельно лампочки подключили, плюс к ним обычный вольтметр китайский. Вот, все, сейчас вырубится. Ну, где-то 34,5, примерно так вырубается БМС. Вот, БМС-ки хорошие здесь более-менее, так что можно, но это лучше не заниматься самому, но если вы как бы профессионал в электрике, то можете собрать себе такой аккумулятор на этой БМС-ке, вот, и будет все работать. Из банок 18650. Вот такая история. Так что аккуратнее будьте с этими аккумуляторами. А вот хороший аккумулятор. Поставил тоже нагрузку. Записываю видео. О, просто показать людям. Сейчас поставлю на паузу и где-то минут через 30 включу. Посмотрим, сколько у нас вольтаж. Нагрузка хорошая. Это, грубо говоря, взрослый человек, килограмм 70, 75, 80, едет на гироскутере со средней скоростью. Ну вот, аккумулятор проработал 20 минут. Вообще отлично все. 38,1 вольт. Вот. Все четко работает. Так что берите хорошие аккумуляторы и не пожалеете. Этому аккумулятору уже где-то второй сезон. Люди катаются, все отлично.